Когда-то с подружкой мы качались на качелях, и она вдруг спросила: «Оля, а кем ты будешь работать, кем ты будешь, когда ты вырастешь?» «Я хочу быть человеком, который будет помогать другим». Вот такая была потребность – помогать другим, которые будут приходить ко мне чего-то рассказывать, я буду слушать и им что-то рассказывать тоже взамен. Фактически это психология. Мне нравится общаться. Мне, в принципе, до того, как я пошла в психологию, удавалось каким-то образом услышать людей и не то чтобы посоветовать, нет, ни в коем случае, а как-то поддержать, и людям становилось действительно легче. Я работаю как психолог с детками от 2 лет, как песочный терапевт, от 2 лет и до 14 лет. Я провожу консультации личное, когда может прийти или подросток, или взрослый человек и поделиться со своими вопросами и трудностями, которые есть у него в жизни. Деток приводят, которые капризничают, например, которые могут быть очень сильно агрессивны. Дети, у которых, это уже школьники, у которых недостаточно мотивации для учебы. Приходят взрослые, у которых, например, есть трудности женско-мужские. Или мужа и жены. Я уже с 2009 года работаю в направлении индивидуальной психологии Альфреда Адлера, когда я могу сказать о любом чувстве, которое у меня есть, касательно любого поступка или любого действия, которое совершил человек. Ну вот одна из техник. Есть основа, и в зависимости от того, какой пришел клиент и какая проблематика, можно эти техники комбинировать. Когда вот все закрыли, когда все случилось, обвалилось, я почувствовала себя маленькой девочкой, фактически я провалилась. У Ольги Серга психолога не было. Я не работала несколько месяцев вообще совсем-совсем. Помогли клиенты, мои клиенты, которые... А когда будут занятия? В смысле, а вы где? Ну, в апреле месяце начались занятия. Это большая ответственность. В первую очередь, потому что я напрямую стыкуюсь с душой другого человека. Внутренний вызов. Смогу ли я решить вот такую штуку? Не быть Богом, то есть не ставить себе цель изменить человека помимо его воли. Главное грань вот этого чувствовать. Что я могу сам сделать, на что я могу повлиять, а чего я сделать не могу, потому что это ответственность моего клиента.